Последний этап трассы Москва-Санкт-Петербург получил разрешение на ввод. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас. Подробности. Автодор официально получил разрешение на ввод в эксплуатацию последнего этапа платной дороги Москва-Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что речь идет о 8-м этапе трассы М-11. На сегодняшний день на объекте завершается подготовка к запуску движения. В Автодоре рассказали, что с открытием этого этапа дорога полностью будет введена в эксплуатацию. Отметим, что скоростная автодорога проходит от МКАД до примыкания к кольцевой автодороге вокруг северной столицы. Ее протяженность составляет 669 километров. Торжественное открытие объекта состоится 27 ноября. Пока у меня все еще больше интересных новостей из жизни столицы, и не только, на сайте mymsk.online.